Всем привет! Мы сегодня решили прийти в Daiso, и я хочу вам показать вообще, что это за магазин и что там находится внутри. Ну, я его немножко называю, знаете, по-русски, «Тысяча мелочей». Ну что, поехали? В общем, что я в основном здесь беру домой? Это вот такие вот салфеточки. Дальше скорая помощь для нашего дома. Мы ставим его в шкафчики. Это вот такой вот влагопоглотитель. Очень классный. И еще сейчас покажу. В общем, это для девочек, наверное, больше полезно. Берем вот такие вот перчатки. И потом вот такие вот для раковины. А мусора собирать. Обязательно вот такие пакеты. Я постоянно их беру. И еще тряпочки. Такие губки для мытья посуды. В общем, вот так вот я набираю в Daiso. Вот такую мелочевку для дома. И на этом, наверное, все. Всем спасибо за внимание. Пока!